Добро пожаловать на просмотр видео. Появилась новая информация по обновлению пикапа. В видеоролике я покажу новые скриншоты, расскажу о нововведениях и покажу ответ разработчика на самый часто задаваемый вопрос. Что ж, вот первый скрин. Очень симпатичная моделька микроавтобуса. Думаю, большинство из вас заметили, что окраска рафа изменилась. На предыдущих скринах он был голубым, а стал коричневым. Это говорит о том, что раф, так же как и пикап, можно будет перекрашивать, но в то же время эта информация не подтверждена. На следующем скриншоте показан тот же рафик, только сзади. Ну а теперь время скринов с салона долгожданного фургончика. Водительское место выглядит просто великолепно. Вы только посмотрите на эту текстуру сиденья. Ну и последний на сегодня скриншот – пассажирские места. Мы видим мини-ступеньку и 7 сидячих мест. Кстати, боковая дверь тоже открывается. Но это еще не все. Разработчик сказал, что планируется бизнес, в котором этот раф будет очень помогать. Предположу, что это перевозка людей. А что же еще? Данный автомобиль будет у нас не изначально. Его нужно будет еще получить. А как именно, пока неизвестно. А теперь отвечу на самый часто задаваемый вопрос во вселенной пикапа. А когда обнова? Что ж, не в этом году. Так сказал сам разработчик. Он потерял слишком много времени, и я его прекрасно понимаю. Ну а на этом все. Вся информация взята в официальной группе Jado Games, ссылка на которую уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.